Руководители лучших компаний оптовой и розничной торговли чествовали в Краснодаре. Все они участвовали в краевом конкурсе «Название лучшее предприятие и высококачественные товары» в рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». От вас, от многих, от всех зависит как и продовольственная безопасность, так и стабильность нашего региона. Это целый огромный пласт работников, которые работают в этой отрасли. Это определенные пласты экономических показателей. Вы все динамично развиваетесь. Над продовольственной безопасностью и стабильностью Краснодарского края ежедневно трудится и предприятие Крымского района «Торнадо-Юг». Именно его признали флагманом потребительской сферы. Из более чем 40 муниципальных образований лучшими крымчане стали в основной номинации «Лучший поставщик продовольственных товаров Краснодарского края 2014». Спасибо. Спасибо. Видели. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Ну, я думаю, что благодарны вам, вашему департаменту, за то, что вы увидели. Ну, а мы, думаю, в такое непростое время и базу налогооблагаемую увеличим, и наших кубанских товаропроизводителей будем и дальше, как говорится, везде представлять. Ну, и чтобы все было хорошо. Удачи вам. Звание «Лучший поставщик напитков Краснодарского края» – это заслуженная победа всего коллектива «Торнадо-Юг». Сегодня это большое оптовое предприятие на территории Кубани, которое занимается поставками различных напитков наших местных производителей. Пожалуй, мало кто знает, что вот уже 10 лет Очаково производится и в городе Краснодаре. Именно столица Кубани – родина самых известных и любимых многими напитков. Квас, джустим, ах, мохито, минеральные воды и многие другие. Именно фирма Очаково и качество продаваемых напитков коллективу «Торнадо-Юг» позволило достичь таких отличных результатов. Свою продукцию «Торнадо-Юг» реализует на территории 9 муниципальных образований Краснодарского края. Это свыше 2000 активных розничных точек. Продукция предприятия хранится в огромных складских помещениях, которые оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и климат-контролем. А это означает, что продукция хранится в соответствии со всеми нормативами и требованиями. И еще один секрет успеха «Торнадо-Юг» – это замечательные люди, которые трудятся в компании уже 10 лет. Все они как одна большая семья. Только за последние 6 лет сотрудники компании, а это более 100 человек, заключили 12 счастливых браков. Кстати, 12 женихов и 12 невест выращены и воспитаны предприятием. Уверены, что если бы был конкурс на самую крепкую семью, и здесь «Торнадо-Юг» объявили бы впереди планеты всей. Раз мы лучшие, раз мы первые, значит, нам марку ронять нельзя. Поздравляю свой коллектив с этим успехом. Ну, будем стараться, будем работать. На благо района, на благо Кубани. Сейчас торнадовцы готовятся к встрече Нового года. Детей сотрудников уже ждут 90 подарков. Ну а победа предприятия в конкурсе стала наградой для взрослых и еще одним стимулом в успешной плодотворной работе «Торнадо-Юг». Марина Андрес, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран».